1993 году на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Этому предшествовало по меньшей мере два политических кризиса, которые не могли не сказаться на содержании основного правового документа государства. С момента последнего принятия Конституции она ни разу не менялась. И 2008 год, судя по всему, оставит свой след в основном законе. Все дело в том, что президент предложил законодателям рассмотреть поправки. Они касаются сроков действия полномочий и отчетов правительства перед парламентом. Надо вспоминать о Конституции не только в день принятия Конституции, ее юбилея, но и помнить каждодневно о тех правах, обязанностях гражданина Российской Федерации, о тех гарантиях, которые представляет наша Конституция. Чтобы каждый помнил, что мы сегодня живем по соответствующим правилам, имеем соответствующие гарантии, которые все это нам дает Конституция Российской Федерации. Праздник. Еще недавно, 12 декабря, был официальным выходным, но в 2004 году Госдума его отменила.